Всем привет! О, привет! О, Биби, а вроде на столе подарок. И в такой же упаковке, как у меня. Ага, это я принес. Подарок-сюрприз. И что в нем? Ну, скоро все узнаете. Ой-ой-ой, сколько секретностей. Вот у меня, например, нету секретов, что я хочу получить на Новый год. Новую помаду? Не, наверное, сумочку. Помаду, сумочку? Смешно. Я мечтаю о новом супере. Например, о новом зимнем лаке для волос. Чего? Каком лаке? Ой, много ты понимаешь. О зимнем лаке для волос. Но вот распыляешь его в битве и... И что? Распыляешь его и... Ой, Мортис, привет! А я думала, ты сегодня прогуляешь школу. Да нет, ты что? О, кстати, это тебе. Ой, как приятно! Ну, я услышал разговор о новогодних подарках. Вот, решил подарить. Вау, какой хорошенький! Так, нужно сделать селфи. Сейчас посмотрим, что там внутри. Надеюсь, там новый супер. Что ты подарил? Представляешь, я угадал с подарком. Там новый супер. Ух ты, а какой? А это что? Это все что ли? Это же новый супер. Ну, как ты хотела. Я хотела? Вот это? И в чем ее супер? Ну, если ее запустить в битве, начинается снежная буря. И с куча маленьких снежных летучих мишей. Класс! Это тебе. Интересно, а что же там внутри? Наверное, такой крутой, как я тебе подарил. Да, классный. Что это за пшикалка? И что с этим делать? Походу вы угадали с подарками друг другу. Ты что? Это же снежная пыль! Ого! И что? Ну как ты не понимаешь? Снежная пыль! Ее распыляешь! И все, на кого она попадает, падают без сил до конца битвы! А вот мне снежная буря больше нравится! Пыль! Снежная буря! Пыль! Буря! Пыль! Буря! Пыль, сказала! Буря! 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 А, ну, так что же тут? Открой и посмотри, это я тебе принес! Ух ты! Ого! Класс! Ну так, я знаю, что надо дарить! Тебе нравится? О! Ага! А что с этим делать? Осторожнее с бомбой! А, снова твои бомбы! Это не простая бомба, а супер-облако! И что с облаком делать? Супер-облако! Короче, подкидываешь его, и морозное облако делает купол! Купол? Какой еще купол? Защитный от любого супера. Ну, или почти от любого. Ай, как-то все сложно. О, я смотрю, здесь у вас весело. А чей подарочек? Ссорьтесь дальше, а я пока что подарочек открою. Похоже на повязку Альприму. Сейчас одену и проверю. Вот да, это не тебе подарок. Интересно, а кому? Это Биби Арнольда мне. Смешно, думаешь, ей понравится? Конечно, когда одеваешь повязку,
кулаки становятся, как глыбы льда, все пробивают. Представляю, Бибе Анроидову и ее кулаки глыбы льда. Так, похоже, мне пора, я вспомнил, что домашку не сделал, и вообще. Новая повязка? Ничего такая. Да, это вам. Мне? Но она тебе больше подойдет. Но я это... Знаю, знаю, ты хотел как лучше, но она тебе нужнее. Ну я и правда о такой мечтал. Ну вот видишь, а я тебе говорю, что пыль... Буря, буря. Пыль лучше. Снежная буря. Так, лучше, а что это с ними? А, да это мы все из-за подарков перессорились. Так, давайте разбираться по порядку. Эмс и Мортис. Понимаете, Бибе Арнольдовна, я ему такой подарочек подарила, такой супер, а он... А что я, что я? Я ей вообще такой супер подарил, она даже не оценила. Вот! Ну, все ясно. Думаю, вам стоит всего лишь обменяться подарками. Мортис получит мега крутую мышь, а Эмс невероятный баллончик. О, держи. Это тебе. Вот это подарочек. Теперь вы... Итак, Леон, я думаю, если в подарок ты получишь свою эту бомбу снежную, то подарок тебе понравится. Конечно, это же самая крутая снежная бомба! А как же Айприму? Да ты посмотри на него, он счастлив со своей этой повязкой. А чего? Мы каждый со своим подарком остались. Ага, получается так. Ну все, с подарками разобрались, теперь можно начать урок. А как же вы? Ой, действительно, а вам подарок? Это что получается? Вы будете без супера новогоднего? А я знаю, что с этим делать. Кто угадает, о каком зимнем супере я мечтаю, получит семестровую 12. Ну а сам супер у меня уже есть. Но это пока что останется секретом. Ребята, а как вы думаете, какой новогодний супер загадала Бибе Анроидовна? Пишите в комментариях!